В ночь субботы на воскресенье в доме 24 по улице Боровой в Екатеринбурге с поличным был задержан расхититель электросчетчиков. Вполне приличный на вид мужчина, 45-летний Владимир Захватов. По мнению соседей, на столь постыдный промысел вышел не впервые, но только сегодня его удалось, что называется, схватить за руку. Стою, стою, не буду стоять, что? Ноги. Ну я снимайся, что ты? Ноги. Ну перестаньте, господи, ребята, руку на стену. На охоту за цветметом Владимир Васильевич вышел около часу ночи, аккуратно залепил все дверные глазки на лестничной клетке и вскрыл электрощиток. Обесточить ему удалось только одну квартиру, причем, как утверждает задержанный, совершенно не из корыстных побуждений. Ему просто хотелось прекратить затянувшийся соседский ремонт. 14 квартир. 14, хорошо. 14 день. У меня внучка. Мне простите. Угу. Понимаете, да? Спасибо. Правдоподобность сказанного можно было бы поверить, но вот живет Владимир Захватов на первом этаже, а пойман был на третьем. Да к тому же и обесточил он не ненавистную 14-ю квартиру, а вовсе даже 13-ю. Алиби рассыпалось в прах. Так у вас башню сбросило, короче, и вы отключили 13-ю. Да, ну, может, да. Ничего не сбросил. Ну, короче, все, чувачок, ты попал. Попал, да, попал. По большому счету, даже немного жаль этого взрослого мужчину. Он категорически не понимает, почему этот молоденький милиционер не проявляет никакого уважения к его сединам. Почему ему в спину тычет автоматом, надевают наручники. Ну, перекусил пару проводков, так ведь не успел же унести. В его понимании, ему просто не повезло. И невдомек, что вся его прошлая жизнь теперь перечеркнута. Теперь он подозреваемый в преступлении. Потом, возможно, его назовут преступником и осужденным. В лучшем случае хулиганство, в худшем кража.